Всем привет! Сегодня хочу показать вам автотрэша немножечко. Короче, фарка у нас Golf 7. Вот. Ну, как бы фарка как фарка. Но там есть прикольчик. Вот такая вот фара Golf 7. Китайская. Ну, это видно, в принципе. Машина ездила, все вроде было нормально. Ну, я их не ставил, мне принесли эти фары. В общем, что-то там не то с фарами, сказали проверить. Ну, первое, что меня удивило, это не то, что здесь стоит линза Hella 3R или Hella 5, короче. Ну, я уже видел такие фары. А удивило то, что там стоит галогенка. Ребята, это полный трэш. И ладно бы она там стояла. К ней идет нормальный жгут. Идет к ней нормальный жгут, разъем под H7 лампочку. Ну окей, снимаю. Снимаю разъем. Проворачиваю, короче, вот эту вот штуку. Так, короче. H7 лампа 55 ватт. Слава богу, что там не сотку туда засунули. Потому что есть такие лампы, реально сотка. А светят в 3 раза хуже, чем тот же Osram Nightbreaker. Короче, вот эта штука, как она там светит, я даже не знаю. Мне просто сейчас интересно всунуть ее обратно и посмотреть, как H7 лампочка светит в ксеноновой линзе. Сейчас посмотрим. Так, беру нашу мега крутую лампочку. Естественно, оно тут никак не становится. Ну, первый раз, когда я ее достал, она стояла как-то вот так. А, да, еще, кстати, тут клипса соскочила. Сейчас мы ее вставим обратно. Она оказалась живая, на удивление. То есть у меня есть вот такой крючочек. И я часто это делаю. Машины при ДТП просто выскакивают за рамку, допустим, переходную или еще за что-то. Угу. Что-то там не хочет оно обратно вщелкиваться. Титаническими усилиями я поставил эту клипсу на место. Она почему-то очень плохо вщелкивалась. Теперь вот все стоит нормально. Так, это у нас там шторка. Так, подключила фару. Светит это, конечно, так себе. Ну, как видите, это Hella 3 стоит. Узко светит. Вот. В общем, сейчас попробуем замерить люксметром, что оно дает. Напряжение блока питания у меня 13,6 вольта. Все как обычно. Текс. Ну, 500 люксов, 600. Ну, сами понимаете, обычный галоген в H4 цоколе дает 1400-1500 люксов. Здесь какая-то лампочка в линзе Hella 3. Какая-то, в смысле, no name, там, вернее, что-то было написано. Ну, неважно на самом деле, это очень слабый свет. Но ради прикола сейчас вставлю, допустим, бэушную стандартную какую-нибудь остромовскую лампу и посмотрим, даст ли это какую-то вообще прибавку или не даст. Но вообще это полный бред. Я не знаю, как это так продумано. Биксеноновую линзу всунули и туда галогенку поставили. Так, короче, вставляю сейчас H7 Osram и посмотрим разницу. Так, нашел я у себя вот такую вот лампочку. Osram 64210. Сейчас ее вставлю и посмотрим, будет ли разница или нет. Итак, лампочку я
выставил вертикально. Сейчас попробую это зафиксировать вот так вот. Вот. Теперь надо прижать ее. Но там в этом кольце есть вот пазик такой под прорезь в D лампочках. Ну, D это D2S, там D1S, ну короче, вы поняли. И оно выступает и упирается в лампочку, этот переходник наперекосяк. Я его срезал, вот это вот. Теперь, по идее, переходник должен нормально встать туда. Обычно вот эта вот штука, это вверх. Там, где вот это вот так мы смотрим. То есть вот эти два верхних заезда, короче, защелки, это вверх. То есть и проворачиваем. Сейчас я это вставлю. И, короче, будем смотреть. Происходит, когда неправильно вставляют лампочки. Идеально, просто идеально. Так, одеваю я свои контакты. И будем смотреть прибавку света. Так, включаю свету. Во, вот это уже что-то похоже на человеческий свет. Так, смотрим максимум 900. Да, погорячился я с ура, но не 600 и не 700. Ну, короче, говно это все. Биксеноновая линза, вставляйте ксеноновую лампочку, и будет вам счастье. А 1000 люксов — это ни о чем. Вот такая вот фара Made in China. Она создана под ксенон. Все, всем пока, до новых встреч.